Салам алейкум. Вы, ваши офицеры карабахские, воровали форму у армянских солдат, а потом говорили, купи новую форму, позвони родителям, пусть купят форму. Вы хотели победить в этой войне? Арцун Мованисян сказал, говорит, азербайджанские солдаты, когда получали ранения во время войны, флаг вот так вытаскивали, говорит, я хочу умереть, не лечите меня, я хочу умереть, уберите руки прочь от меня, армянские врачи. Вот что говорили азербайджанские солдаты. Вот у них, Арцун говорит, вот у них дух есть. А у нас какой есть дух? Баджарана Джан Гурбан. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.